Все играют, Илья работает. Организатор. Че, ребята, на кого ставите? Ну, Димон, хорошей подачи. Давай, давай. Еще привезет. Все, дай ему розовое. Фу, ты сейчас плохо играть будешь. Ну, пофиг. Ты сейчас сразу хочешь на сериал, иди на диван сразу. Алена, я... На самом деле, я болею за вас. Давай, давай. Я знаю, что вы должны болеть не за вас, но есть все, давайте. Ты снимаешь уже? Нет. Не снимаю. Ты давай иди отсюда. Мы начнем уже сегодня, нет? Сейчас он классно. О, ты свисток нашел? Я свисток купил. А мог так обойти? Ну объявляй, Илюха. Да не буду, что они? Так, так, давай я доем, в смысле? Подождите, видеосъемку надо начать. Начал? Начал? Камера, мотор. Че, бля? Поехали. Это все спонтанно, быстро. Че, игра уже? Да. Даже Женя не понял. Привет. А я ноль. Кстати, ну забыл, а вот... По свистку подаем. Ну, удар, что туда идешь. Я? Да. Мне бы вот на эту будку залезть. Ну, мы хотели бы. Мы сейчас все, мы лезем. Подсади, Петя. Я тоже хочу. Ну, что, скоро, ну точно. Хотя нет, не лёг. Чего? Ты что, судья? Подожди. 2-1. 2-2. Старый, ты что, испугался? 2-2, все, поехали. Давай, соберись. 2-2. Дай, давай. Алена, Алена. Супер. Теперь я. Ой, последний. Блин, классная у них стратегия. Один сзади играет, двое впереди. А мы так не играем, потому что мы тормозы, да? Хорош. Понятно? 3-2. Все, я запомнил. Почему ты два счет? Они два раза подавали, и ты два раза подавал. Два счет. Третий раз. Два счет. Они третий раз подают. Судьи не спорят. Два раза подавал. Напоминаю, судья всегда прав, ребят. Чего? Два счет. Они его скинули тогда, это единственный гол. Два раза не дал. Значит, два все правильно. Не, не было. Илюха, как скажешь, так и будет. Скажи 10-0, будет 10-0. Два. Это они начали раздвигать, не мы. Давай. Я не раздвигаю, но заправлю. Минус карма. О, фига, свистоки. Да. Я. Саш, Саш. Я. Алена, играй. Играй. Да, я. Я думал, вдвоем вы перекидывали вас. Я. Кидай в дырку! Забайтил. Блин, кстати, песок. И два. Подождите, у нас... Мне кажется, здесь прыгать нужно гораздо лучше. Я понял, он этот... Песок не вот такой. Его мало. Подожди. Подожди. А что подожди? Дай, дай. Нужно падать здесь страшно. Падал, теперь 4-2. Тут падал, ничего. Не давай. Блин. Там
Я думаю, то, что у меня по голове у плеча особо не сыграл. Хорош. Блин, сильно, а чуть-чуть. Три. Летел в угол, да. Так, лучше. Нет. Снимай, заебал. Я есть. Ребята, что не подбадриваете их? Давайте. 5-3. Почти. Ну, удачно мы, короче, пришли сюда, да? Лёха, ты где можешь стоять, брат? Тут? Он не говорит тройки, я не понимаю. Иди сюда, посередине. Денис, поменяемся с тобой, я где-то. Давай. Я там 11 секунд или 5 секунд на подачу будет. 10. Я? 10. Последний сыграй. Я подсыграю. Ты бежал? 5-3. Мы так запутались. Не будем меняться, солнца нету. Нет, Все по плану, Димон? Нет, я не попадаю в поле. Хорошо. А чё у вас на пасе никого нет? Лучший. Давай, давай, давай. Не убейся только. Переходящий. Моя хуйня, что-то пока работает. Почти, почти, давай. Сиса.
Какой счет, Алюха? 17, я Денис Дмитриевич. Вы можете тайм-аут взять и обсудить, как бы. Да мы понимаем, как играть, просто не бегаем. Так может это надо сказать друг другу еще. Я потом это уже спрошу, так нельзя, кажется, делать. Ну ладно. Вырежешь что-то, вырежешь? Давай. Налепите просто. Диса, давай помочь. Димон. Димон, надо больше скидывать. Тут удары вообще не канал. Да я ж понял. Скидывай вообще в ближние углы. Да? У них двое сзади стоит. Можно? Я так и хотел изначально играть, но потом эти начали что-то разыгрывать. Не, просто очки, набирай очки, похуй как это выглядит. Я подсел. Не подсел. Он прибежит, я пока. Лучший. Что происходит? 19-19, нормально играет. Ты мне нахуя в ухо-то свистишь? 20-12. Матч поинт, вот это. Вот это вот все начинается. Интересно. Как вы тогда, да? Я уже готов.
Да, я уже отмечал победу. Все. Все, первый выиграл. Ну там подача такая была. Молодцов. Можете попить воды, не знаю, или что. Отдохнуть там, обсудить стратегию. Сейчас попьем. Во, один тайм-аут есть. Помогает. Видосик смотрел? Помогает. О, нам помогло. Сырности нет. Все готово, ребята? Вова. Ну не с меня же, мы готовы. Я могу. Да? Хочешь? Хочешь. Я! Блин, я если сделал пост, потом такая же. Чуть-чуть, а? Кинет! Хорошо. Вот 1-0. Ты, Петя, такой довольный. А, я хочу, чтобы они выиграли. Да нет, уже. Деньги поставил? Ну, я первое хочу, место поставил. Если они выиграют, то да, конечно, шанс на первое место. Ну это вам еще нас надо уломать на переигровку. 1-1. Правильно? Нам сказали, так можно было. А вы поверили. Ну ладно, посмотрим. Да, давай. Хорошо играю, да? Да. Вот эти вот. Шкет 10. Да, спасибо. И так очень. Алё, давай! Давай, поднимай. Я себе это видел. Видел, видел. Хорошо играет. Было назвать футболисты. Тим футбол. Галактик футбол. Вот это вот. 2-1. Давай еще раз, Лёша, не наблягай. Вас ты никого не понял. 2-2. Умри в трей, устрей. Запоминаешь тактику? Так пас непонятно, кому идет тогда. Вот что-то мне вот это не нравится. То есть я не вижу, в бок пасуют. То есть тут... Аут. 3-2. На блок бежать. Да блок тут не поставить, а ты можешь. Это что-то... Я говорю, надо было мне на блок бежать. Блин, давай. Иса! Я! А ты сказал бы, я же не алё, а хочу, что я. Иса! Я так запись начал. Лиска! Почему все нужно? Да ебать! 4-3. Я тут, если что, должен. Думаешь, не накосячу, иначе игра не пойдет. Не, Вова, ты подаешь? Игра пойдет. У вас нет перехода. Вот так. Знаю. Давай, сейчас все, у меня пришла победа. Лучший. Алена, 5-3. Я могла бы взять. 4-5. Когда я влево кинул, я уже понял, что будет плохо. 4-5. Не спешу. Так, а мы с ними что-нибудь не находим?
Хорош. Что там, девять это 19? Нет, 9-7. А вот. Хороший люк. Ну, мало ли, не видели? 10-7. Подача? Что, Димон, вот, если вы... вот так должно быть всегда вообще. Все удары такие должны быть. Можете догнать, можете, я верю. Ребят, сейчас будет третья игра. Димон, Димон, возьми тайм-аут просто и расскажи. Все вопросы к судье. Молодец.
Хорошо. Все, я больше не буду головой. Давай еще разочек. Давай, все, хватит, все. Все, все, ладно, ладно. Хватит, уже все, дай. Ну давай голову забить головой. Такой задевается, головой никак вообще. Ты это самое, а? Просто Побегаем, что? Да, спасибо. Пожалуйста. Жека, записал? Мы очень болели. Записал. Это все мороженое, да, Лена? Это все мороженое. Болельщики самые лучшие. Да, самые лучшие. Сегодня много болельщиков было, кстати. Там еще школьники смотрели. Да. Да, быстро вы отлетели. Они кому-нибудь-то еще могут проиграть, наверное, когда-нибудь. А мы в пятницу? Да. Они в пятницу могут еще проиграть. Вам, что ли? А кому? Ой, ну не знаю. Чего? Я поиграть умею. Играть, то тогда точно. И мороженого там не будет. Если Илья будет за них играть. Сама себе? Почему у вас вообще-то Оля должна играть в команде? Почему Илья? Потому что... Ну, один раз заменился. Все, давайте, удачи. Все, давайте. Че, Дима, ты не будешь? Не, я не буду, я все. Че, давай, ложи, бояю. Поиграем? Ну давай, что ты играешь? Сёма, ты не будешь? Dude, that was crazy. You just like transformed, like that. And then you started emo superhero fighting, and then you were like ballet dancing. I mean, great turnout. Да нам... Готовы?